Спиртное, баня, девушки. Очередная история о том, как бдительность граждан позволила выявить сразу несколько нарушений. Сотрудники МВД по заявлению народного контроля проверили досуговый центр на предмет незаконной продажи спиртного. Насколько элитным, как заявляла вывеска заведения, оказался отдых клиентов парной в переулке Репина, расскажут наши корреспонденты. Скрывать продажу алкоголя в бане на переулке Репина даже не пытались. Бокалы, продукция с небольшим градусом здесь украшает ресепшн. То, что покрепче, администратор достает, что называется, из-под полы. Потому что она вскрыта. Это осталось от клиентов. Что же мы все бутылки открываем? Вот это тоже от клиентов осталась бутылка. Вот видите, она открыта. Бутылки с явными признаками контрафакта, впрочем, и лицензии сопроводительных документов на 29 литров алкоголя в бане не оказалось. Сотрудники МВД спиртное изъяли на сумму 23,5 тысячи рублей. Только, как оказалось, клиенты здесь платили не только за высокий градус. За двух девушек. Данные денежные средства были получены вот этим гражданином, вот, переданы вот этому молодому человеку. За дам легкого поведения, которое у нас здесь находится. Вот эти три девушки сейчас прячут лицо, но еще 5 минут назад они делили клиентов. В парилках еще две. Одна из них, как утверждает сама, живет в Челябинске. Приехала в Самару на один день и сразу в баню. У меня заехать просто недолго и обратно. Заехать, приехать, погреться и уехать в Челябинск? Да, точно. В ходе проведения самого мероприятия было установлено, что администратор бани вызывает клиентам девушек, которых привозят специально обученные люди, которые получают за это денежное вознаграждение. Девушек они оставляют клиентам. Эти девушки были установлены, они дали соответствующие показания. Организаторы нелегального досуга постановлением мирового судьи Самарского района получили 10 суток административного ареста. Как заявляют в ведомстве, подобные рейды по развлекательным заведениям продолжатся. А жители призывают сообщать о фактах правонарушений по телефонам, которые вы видите на экране. Дарья Болгова, новости губернии.